Я имя называть не буду. У нас в классе были три девочки, подруги их рассадили. К одной из девочек подсадили мальчика Давида. И они сидели там, болтали. А одна девочка добилась того, чтобы этого Давида к ней подсадили, ну, назло другой, чтобы она смотрела на Давида и разговаривала с этой другой. Вот, ну и короче, а Давиду стало скучно, и он начал руку тянуть, и начал учиться лучше. И Ксюша подумала, что это он тянет, может быть, это соседка его ругает, и тоже начала руку тянуть. А эти две такие смотрят на них, и они руки тянут, и они подумали, то, что они хотят в туалет, ну не в туалет, а в коридор выйти и друг с другом поболтать. И Даша и Карина, они тоже начали руки тянуть, а учительница в то время что-то писала, и она поворачивается и видит, они все в трясучке, у них руки трясутся. И она подумала, вот ее как их хорошо рассадила, аж научиться захотели. Я же не должен был их имена называть.